Бывшему главе Екатериновского района инкриминирует получение взятки. Следственным комитетом по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении Романа Дементьева. Правоохранительными органами установлено, что в период работы на посту главы администрации Екатериновского района мужчина потребовал взятку в виде автомобиля, стоимость которого составляет более 1 миллиона рублей. Взамен чиновник обещал предоставить одному из предпринимателей муниципальные земли для добычи песка и щебня на безвозмездной основе. Автомобиль же Дементьев оформил на своего родственника. Напомним, что ранее в отношении Романа Дементьева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Экс-глава эффективно устроил на работу свою жену в один из МУПов Екатериновского района.